4 тижні поспіль країна захоплена X-чирістю. Сьогодні. Це ваші улыбки. Час нового дихання на X-факторі. Конец света, конец света. Если я уже сюда вышла, какой конец света? Пристрасть, яка не омине нікого. У нас нет категории зайчик. На кого ты пальчиком показывал? На него или на меня? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Можете поцеловать? Здійснення співочок мрій вже не зупинити. Ну от і настав ваш час. Да! Так зараз ми будемо плакати від щастя? Тут народжується. Це все реально, так? Да? Легенда. Дякую всім. Арена не бачила навіть під час вікопомних матчів Євро-2012. Подивіться, тут явно ніде впасти. Схоже, львів'яни налаштовані будь-що вибороти перемогу у головному співочому шоу України. Хто знає, можливо, цього року легенда народиться саме тут. Не менше за львів'ян перемогти в X-факторі прагне й кожен суддівської четвірки. Норовливі та непримиримі – продюсери найспівучішого шоу України. Сергій Сосєдо. Я оцінюю завжди по дуже широкій шкалі. У мене дуже широкий взгляд на віч. Серега. Ну, я пытаюсь бути совістю. Совістю X-фактор, що ли? Ирина Дубцова. Иногда не обязательно драться. Иногда не страшно потерять форму. Главное не потерять содержание. Игорь Кондратюк. Суть кастингу в том, чтобы, не дивлячись ни на что, вытянуть из речки, величезной речки бажающих талантов, тех, кого мы еще не ловили. Нові рыбки. На подив усієї знімальної команди X-Factor зазвичай серйозна суддівська четвірка до Львову завітала в розслабленому та геть неробочому настрої. Я знаю о Львові, що в Львові мої корні. О, розкажи, будь ласка, подробніше. Родилась в Львові бабушка моя, папіна мама. В Львові? Да. Так що можна сказати, я на родині практично. А ти в Прагі була? Це ж півної... Рай. Я бы с удовольствием попил хорошего, живого львовского пива. А я послушал бы живых, хороших львовских парней и девушек. Я предлагаю пройти... Давайте, да. Потому что... Ну, что мы сидим-то? Сидеть нечего. Щасливішою за людей Ікс зараз почувається хіба що Олександра. Ця дівчина ні хвилини не сумнівалася. Тільки-но стартує відбір, вона обов'язково піде першою. Адже втрачати їй все одно нічого.
Я Прилепская Александра Викторовна, в народе Саша. Мне 25 лет, я уже 25+. Очень много кастингов было, когда мне говорили: да, вы отлично поете, но посмотрите на себя в зеркало. Очень много комплексов забивали. Я никогда не была худенькая. Я вот, у меня мама тоже полненькая такая. Мы с ней вместе ходим. Сашенька, дорогая моя, я так хочу, чтобы все твои цели осуществились. Ты правда этого достойна. И чтобы ты добилась то, что ты держишь всю жизнь в своей душе. Чтобы тебя увидели и услышали. Идите ко мне поближе, давайте познакомимся. Меня Саша зовут. Сашенька, с кем ты пришла? Мамулечка, идите к нам. Мамулечку зовут? Наташа. Очень приятно, Наташенька. Мы же с вами будем сейчас... болеть? В окопах. В рубеже поддержки. Молодец. На рубежах. Да, все нормально. Готова? Да. Давай, моя девочка, вперед. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Меня зовут Александра. Я из города Львова. Дуже приємно, Александра. Ви така весела і позитивна. Я вам і прийшла настрій піднімати трошки. Скажи мені, будь ласка, а яка пісня твоя, коронка? Пісня групи «Ленінград» і Юлії Коган «Я така крутая». Та ти що? Давай, співай. «Ти така крутая». Сейчас дама будет танцевать. Какой-то симпатичный мальчик. Хочу его к себе в кровать. Я такая крутая, когда выпью вина. Я как будто летаю. Идите все на. А угостите даму. А я вместе с вами покурю. Вы молодой и симпатичный. Сегодня я вас полюблю. Я такая крутая, когда выпью вина. Я как будто летаю. Идите все на. Здесь сегодня не хозяйка, а строго все наоборот. Поехали ко мне, мой зайка, тебя возьму я в оборот. Я такая крутая, когда выпью вина. Я как будто летаю, а идите все на. Там подопаем, подопаем. Молодец, Сашка! Я такая крутая, когда выпью вина. Я как будто летаю, идите все на. Скажи, будь ласка, просто цікаво, тому що пісня подобається, чи в тебе така життєва позиція? І йдіть всі на. Ні, ні в коем случае, ви що, нельзя людей посилати на. Ну, определенно, конечно, можна. Скажи, які мужчини тобі подобаються? Інтелігентні в окулярах, з татуюванням репери чи суперінтелігентні музичні критики? А мені подобаються суперінтелігентні музикальні критики з татуїровкою в очках.
вийшли з положення. Короче, тобі подобається ті, кого немає в природі. Ну, чому, боже, ви всі сидите? В одному флаконі. Значить, дивись. Ну, що тобі сказати? Я не можу тобі сказати, іди ти... Я тобі скажу так. Ти класна дівчина. Отыграли все очень натурально. Все вот точно, по жесту, по эмоции. Петь там и не надо было, там нужно было играть. И вы с этим справились. Я тоже говорю да. Спасибо большое. Александр, я должен сделать вам комплимент. Для девушки с вашим цветом волос вы неплохо острите. Спасибо. И вообще, я крашена. И вообще разговариваете. Это большой плюс. Нам с Сергеем Соседом легко говорить «да», потому что мы уже продюсировали категорию 25+. Я говорю вам «да». Ну что ж, Александра, идите-ка вы в тренировочный лагерь. Ура! Тапочка в тапочках. Один там упал. А сам заберу. Спасибо. Золушка. Саша! Молодец. Молодец. Ой, они такие добрые. Да, да, потому что ты классная. Они злые. Ну да, они такие. Один тапка, мама. Ну, потому что ты такая была. Послушай, вот умница. Это круто, Сашунька. Я такая, какая я есть. Такая, оп, умница. Оп, и все. Ты, солнышко, я же тебе сказала. Спасибо большое. И всеми лучиками своими всех согрела. Умничка. Ну, спасибо тебе, спасибо, поздравляю. До встречи в лагере, Сашунька. Спасибо вам огромное. Поздравляю. До свидания, до встречи. А там второй где-то надо будет поискать тапка. Я люблю тебя, X-Factor! Людям хочется сказать безумно... Безумно глупые вы, чтобы сюда не поехали. Или вы стесняетесь, или у вас не получается. Бросайте все, откладывайте все планы. Тут безумно круто. Едьте все сюда. А наша ведуча в щасливому перечутті вже виглядає наступних учасників. Ще місяць тому на одеському кастингу двійко скромних хлопчаків просто полонили її серце. Ну, давайте знайомитися. Давайте. Тебя зовут? Меня зовут Алик. Алик? А меня Рома. Рома. Давайте что-нибудь мне спойте. Куплет-припев. Ну, вы крутые. Стараемся. Як же засмутилася наша ведуча, коли на одеську сцену хлопці так і не вийшли. А все тому, що за кілька хвилин до свого виступу брати з'ясували. Вони так поспішали, що забули фонограму. Ну, я часто щось забуваю, я немного розсіяний, от. Ну, буває, що йому от не везет. Это просто вот, вот с утра и до вечера, вот как утром начнется, он забудет что-то дома, там или деньги, или что-то еще, или и мы уже на остановке, и он, ой, я забыл, и побежал. И, ну, так вот, ну, из-за этого у нас бывают тоже ссоры, вот. Сьогодні ж брати все ретельно перевірили, фонограма є, текст вивчили, реєстраційний номер приклеїли. Схоже, на шляху до X-Factor їх більше ніщо не зупиняє. Добрий день. Добрий. Рада вас бачити. Ми теж вас. Ну як, настрій? Неплохо. Бойовий, да. Так. Коротше, я тоді захопилася вами, і це враження досі в мене прекрасне. Дивіться, не підведіть мене. Спасибо. Не підведемо. Точно? Стараємося, да. Ну, пожалуйста, поберіться. Ви таке класне. Спасибо. Прошу. Туди? А, туди. Так. Да. Здравствуйте. Доброго дня. Хто ви? Golden Brothers. Вау, чого так гучно? Golden.
Мы просто, у нас фамилия Золотарёвы, и поэтому... А, Золотарёвы. Вот мы решили так. Это Рома. А это Алик. Ну, дивіться, відео симпатичне. А як аудіо? А, ну, зараз послухаємо. Давайте, співайте. Ну, мальчики, давайте. Давайте, парни. Shadows fizzle empty heart as love is fading. All the things that we are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the color of the sky and open up to the ways you make me feel alive. The ways I love you for all the things that never die. Make it through the night, Lord, we'll find you. What about now? What about today? What if you're making me all than I was meant to be? What if our love never went away? What if it's lost behind walls we could never find? Maybe before it's too late. Sun is breaking in your eyes, just start a new day. This broken heart can still survive the touch of your grace. Shadows failing in the light, I am by your side where Lord will find you. What about now? What about today? What if you're making me? Отлично. Так не всегда поют даже на Евровидении. Брати, дивіться. Я і за них, і за себе вам скажу 4 так. Ви молодці. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы молодцы. Спасибо. Просто горжусь вами. Так держать. Спасибо. Все. Спасибо. До свидания. Пока. До встречи в лагере. Они такие классные. Навіть щасливе завершення двох поспіль спроб підкорити їх сцену не здатне заспокоїти львів'ян. Усіх у холі лихоманить від остраху згаяти унікальний шанс на справжнє мрії, на можливість опинитися в колі обраних, котрі надихають і захоплюють весь світ. Лара Фабіан, Селін Діон. Мені подобається дуже із мужських виконавців, це Стів Вандер. Мір – це Серега, Артем Лоуік. Дуже слежу за Алесандро Сафіно. Eminem. Кумир — это группа Spice Girls.
ну, до сих пор даже. То есть они моя любимая группа, я болела ими. Тут группа распалась. И у меня даже были вот тяжелые времена, от меня все отвернулись. Мне надо была поддержка моральная. И тут появилась певица Бритни Спирс, я послушал ее песни, и я как бы увидел свое отражение в ней. Характер, песни, именно смысл песни, все они как бы связаны с моей жизнью. А звідтоді Веся чекає на шанс не просто подякувати рятівниці. Хлопець мріє поговорити з Брітні на рівних, як зірка з зіркою. Це і привело його на найгучніше вокальне шоу України. Всім привіт. Здравствуйте. Как вас зовут? Вася. И мы знаем, что вы очень яркая личность и на заводе, и в городе. И все вас знают, это, и вас, это знают Василий. И какой у вас творческий псевдоним? Ну, погоняла, погремуха. Ну так все меня знают, как Вася Спирс. Василий Спирс. Чего? А почему? Вы родственник Бритни? А, Бритни Спирс? Ну, Василий Спирс. Тяжело не догадаться, что фанат. А, вот оно в чем дело. Ну что ж. Василий, что будете петь? Вася Спирс поет, поет Бритни Спирс. Бритни Спирс, пожалуйста. А ну! Ваши улыбки. Василий, да если я побреюсь на лысо, меня мои поклонники будут любить после этого так же сильно, как вы любите Бритни Спирс? Не, знаете, что я вам скажу? Вот искренне вам, лично тебе. Да. То есть, может, если на «ты» перейти, конечно. Подожди, подожди, мы еще на брудершафт не пили. Ир, Ир, перейди на «ты». Ну, не... Хорошо, Вася. Не, ну просто я много знаком со всякими звездами, то я просто... Лично знаком? Ну да, не совсем, так. Но так. То мой совет... Так. Тебе. Подожди секунду. Самый главный и хороший пиар у певца — это голос и хорошая песня. Хорошо, так почему у тебя нету ни того, ни другого? Васенька, спирсуй дома и бритнюй дома, а не на сцене. Не, ну, по-любому я вам скажу, что когда-нибудь вы услышите меня на сцене. Не надо нам угрожать. Я не угрожаю, нет. Я буду звездой, но я буду пойду тренироваться, пойду на вокал и все, и я даже ну что скажу, ж, что Василий. Это самое правильное решение. А давайте, я давайте проводим Васю на тренировку.
аплодисментами. Я буду намного лучше. Бурными. Рад с вами пообщаться. До встречи. Отличное начало дня. Хорошую песню. Блин, хоть и на лысо не бриться. Игорь. Одно скажу, что я буду очень с собой заниматься. Уже на 100%. Буду вкалывать настолько, чтобы когда выйти, чтобы все, ну, хлопали мне уже стоя. Действительно, стоя. Ризикнути вразити уяву досвідченої четвірки «Ікс» у якомога оригінальніший спосіб наважився не лише Вася. До яких тільки вигадок і творчих експериментів не вдаються спраглі до сцени. Привіт, Україна! Знову з вами Олексій Лазовой. Був огурцом, тепер став колбасою. Єс! Єс! Йоу! «Ікс-фактор»! Вас зовут Сергій? Мене звуть Сергій, перехоменен комісті Київ. Паспорт покажіть. А що ви будете піти? Веснавове. Джимми Рукваю. Смуглянку. Будет сюрприз. Я буду сегодня петь песни для нежной и красивой леди Оксаны Марченко. Ого! Значит, будете петь на итальянском языке. Еще никто никогда не выполнял на кастингах всю песню. Серега, ты будешь плакать и зараз вещать. Я надеюсь. Что, петь? Да! Просто прикалываетесь. Девочка, пай, рядом жиган и хулиган. Ну, ерунда полная. Весна, 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 весна придет. Да, ерунда. And sleep he sent to me, and dreams he came. Абсолютнейшая ерунда, надо петь по нотам. Светит солнышко из окна, не горюйте, пацанва, мне в решеточку видна сине-желтая звезда. Пардон, я что-то ничего не разумею. Вы спевали песню про Оксану? Ну, вы не слушали, там кинси, к тебе это нежно запою, Оксана на звезду луну. Я пишла. Я в шоке. Поэтому я... приостановили это выступление. Белые розы, беззащитные шипы. Вы один из тех артистов, который опережает время. Я это знаю, мне все это говорят. А от суддівський вирок оригінальністю та різноманітністю не вирізняється. На всіх про всіх одностайне. Я кажу ні. Я... Нет. 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 Ти вчиш італійську мову? Да. Що означає? Тутто пертутто. Тутто бене дуже хорошо. Тутто пертутто означає кошмар. До побачення. Після ошелешуючої низки гучних провалів, серед когорти безупину співаючих львів'ян не падати духом намагається 17-річний репер Коля. Кілька років тому звичайний учень середньої школи почав записувати на папері все те, що не давало йому спокою. Просто як-то все це вмісті накопилось, і от так от воно пішло, як сніжний ком. От. Ну там, уход отца і сім'ї. Там, в общем, еще много чего. С мамой не лады. Маленький хотел когда-то с окна спрыгнуть, но потом подумал, что я больной, и, в общем, в итоге не спрыгнул. Мне кажется, что он просто хочет донести людям какую-то свою точку зрения на определенные вещи, которые ему кажутся неправильными. Здравствуйте. Насколько мы знаем, ты не поешь, а читаешь, да? Да. Что ты будешь читать? Свою собственную композицию, называется «Комедиант». Давай. Там клёво.
гребаном мире мне уже давно мало места среди уродов, и дерьма становится более тесно. Хотя и это когда-то казалось очень прелестным, а сейчас прошу послушать, будет интересно. Не было и нет ничего, подарочки, ленты, и мама с мыслями, как заплатить за аренду. Думал, вырасту и буду знать на все ответы, но жизнь каждого пнет, и ей не нужно знать, где ты. Папа, папа, пощади меня, не уходи, пожалуйста, не трогай маму, лучше мою жизнь возьми. Но ни молбы, ни слезы мне никак не помогли, ничто не помешало разбить меня и просто уйти. Все трошных пор, голова и жизнь идет кругом. По прививке скандалы, казалось бы, стали другом. Каждый день я расцепилась на счастье посуда. Все, мамуля, пришло время, я валю отсюда. Снята я маска, искреннее лицо. Комедиант смеется, пока ему хорошо. Но разрисовываю я опять все в серые краски. Одену маску, и опять все напрасно. Никто никогда не видел моего лица. Истинное лицо того, кого видят день ото дня. Высунул жизни и всем средний палец. Музыка лучше из того, что я мог представить. Комедиант смеется, сердце нервно бьется. Никто ничего плохого от него не дождется. Что случилось с комиком, он сказал о печальной. А внутри нее кто-то бьется отчаянно, пытаясь вырваться наружу наконец, чувствуя, что вот-вот наступит конец. И комик вновь поменяет маску на другую, но что-то не позволяет менять ее на смешную. Снятая маска, искреннее лицо. Комедиант смеется, пока ему хорошо. Но разрисовываю я опять все серые краски. Одену маску, и опять все напрасно. А простите за вопрос, это ваша история? Да. Но он не мог не написать о том, что чувствует. И вы его услышали? Да. Что ему я очень надеюсь, плохо. Я надеюсь, что я его услышу. Ты знаешь, я не знаю, так ли все плохо у тебя в твоей жизни, действительно, как в тексте в твоем. Но я очень надеюсь, что если так, то с этого момента все будет только лучше, лучше и лучше. От спасибо. Меня да. Спасибо большое. Браво. От меня ждут все брюзжания. Я не люблю рэп. Это действительно так. Но важен человек, который доносит что-то со сцены, который имеет что сказать зрителю, публике. И вы мне сразу понравились тем, что у вас есть позиция жизненная. У вас есть какой-то стержень. И у вас есть талант, несомненный. И я хочу, чтобы то, что вы хотите донести людям, вы донесли бы. Я говорю вам «да». Спасибо. Так от меня ты что хочешь услышать? Объективное мнение. Хорошо, смотри. Ты переживаешь по поводу того, что с тобой происходит, и это все отражаешь в своем рэпе. И ценность этого рэпа прежде всего в том, что ты это сам написал. И это единственное, ну, для рэпа, да, и для рэпера, это единственное правильное. Как ты сам читаешь свои тексты, тогда люди тебе верят. И вот Ира Дубцова тебе верит, я тебе тоже верю. Я думаю, все в этом зале тебе верят. Вопрос в другом. Ты для чего пришел на это шоу? То есть твоя цель – услышать мнение о своем рэпе или ты хочешь победить в лучшем вокальном шоу страны? Я просто понимаю, что это невозможно. И я использую любой шанс, чтобы донести до людей свой рэп. У меня есть принципиальная позиция. Ты не поешь, ты читаешь рэп. Я не вижу для тебя будущего в этом шоу, я говорю нет. Спасибо.
Невже Серега правий? Передача вокалістів X-Factor. І тут, я розумію Серегу, його принцип не брати тих, хто не співає, тому що інакше далі смислу немає. Дивіться далі. Як учень Андрія Мацевко підкорюватиме суддівську четвірку? Класне шоу. Очень даже да. Ти перетанцювала, Іра. Ви моя богиня. Привіт з минулого. Чого чекати від несподіваних зустрічей сьогодні? А я десь тебе бачив, хлопче. А на кого ви дивитесь? На Серегу. Розказуйте, давайте, де ми з вами познайомилися. Деякі слова Ігоря Кондратюка доведуть до сліз коленого тата. У мене також є принципи. Залишайтеся у центрі фантастичної ікс-феєрії. Що змогла?